В пятницу, 7 сентября, у жильцов Новой Веселой появится горячая вода. Здесь 3 недели на котельню монтировали новое оборудование. 4 котла, которые по своей мощности превосходят старые в несколько раз. Ежегодное отключение сотрудники теплосети проводят для того, чтобы подготовить систему к зиме. Сотрудники предприятия отмечают, что это невозможно без полной остановки оборудования. Горячую воду в краны вернут позже на неделю, потому что подрядчик сорвал сроки доставки оборудования. Сюда же мы и устанавливаем резервный источник электроснабжения. В случае, если будет прекращена подача электроэнергии, раньше сюда выезжала аварийная бригада теплосети, сейчас в режиме автоматического включения будут запускаться дизель-генераторы. Таким образом, потребители не будут испытывать никаких проблем и перебоев с подачей электроэнергии. Котельную в микрорайоне Новая Веселая летом отремонтировали, полностью заменили кровлю. Сейчас меняют дымовую трубу. Отопительный сезон в городе начнут, когда среднесуточная температура в течение 5 дней не будет подниматься выше 8 градусов. Магаданская ТЭЦ начала заполнение магистральных сетей и готова дать отопление с 15 сентября. Потребителям рекомендуют завершить ремонты, начать заполнение внутренних сетей и спускать воздух из батарей. На 18 сентября запланирована противоаварийная тренировка Магаданской ТЭЦ совместно с городским предприятием «Теплосеть» и управляющими организациями. В это время проверят знания персонала, обслуживающего котельные и службы теплоснабжения, инструкции на случай отключения котельных и отопительных систем от электроэнергии.